Волонтерством Мария начала заниматься 3 года назад, когда училась на первом курсе колледжа. Сейчас девушка руководит движением «Волонтеры Победы» в Одинцове и научилась непростому тайм-менеджменту. В ее плотном расписании времени хватает на работу, личные дела и добровольческую деятельность. При этом везде старается выкладываться на все 100%. Больше всего Маше нравится оказывать адресную помощь, за которой часто обращаются и соседи. Просят тоже сходить в магазин, купить там хлеба, молока или в аптеке получить по бесплатным рецептам лекарства. Сейчас заявок стало поступать меньше, все равно некоторые адресаты обращаются уже на личный номер волонтера. Актив волонтерского движения Одинцова – это 30-40 человек. Они участвуют практически во всех направлениях добровольческой деятельности. Постоянно приходят и новички для помощи в организации и проведении различных мероприятий. Порядка 60-70% – это девчонки. Средний возраст одинцовских волонтеров – 23-24 года, хотя есть и 16-летние, и те, кому за 30. Наша задача как ресурсного центра – максимально вовлекать молодежь, чтобы каждый молодой человек получил опыт волонтерской деятельности и загорелся, и оставался в добровольчестве как можно дольше. Одним из интересных и перспективных направлений волонтерской деятельности Федор Харитонов считает серебряное добровольчество, когда представители старшего поколения готовы передавать опыт молодым и сами участвуют в волонтерских движениях. В нашем округе уже было несколько подобных коллабораций. У ребят очень интересные кейсы есть развития. Они, помимо того, что они помогают здесь у себя в Одинцовском округе, они еще подают проекты социальные на грантовую поддержку. И ребята в этом году ездили на ряд форумов, уже федеральных, где презентовали свои проекты. Форум волонтеров Подмосковья – отличная площадка для знакомства и обмена опытом с единомышленниками. У каждого своя история. Особенно интересно узнать о взлетах и падениях из жизни мэтров современного добровольчества. Губернатор вас видит, ценит, поддерживает и вас, и наше движение. Потому что вы стали сильной, важной, крутой, смелой частью команды губернатора. И вот это ваша заслуга, наша всех вместе, и за это вам огромное спасибо. Волонтерское движение Подмосковья – свыше 400 организаций и более 10 тысяч добровольцев. И это только начало. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».